Планируется провести масштабное действие с привлечением молодежных организаций города. А в Сочи их около 300. Там занимаются школьники, подростки. Всех их 29 октября снова объединит комсомол. В советские времена значок комсомольца был предметом отдельной гордости. А в Великую Отечественную войну именно комсомольцы сами вызывались идти на передовую. В Сочи до сих пор сквер у главпочтамта называется Комсомольским. Глава города убежден, отворачиваться от положительного прошлого нельзя. И рассказать нынешней молодежи о славном историческом поколении необходимо. Комсомольские стройки, БАМ, там, стройотряды. Это надо сегодня тоже, Виктор Петрович, вот мне кажется, что вот собрать всех, и пусть это пролетит эпоха, столетие. Что эта история, мы ее из своей памяти и из истории никогда не исключим. И сказать, что да это же хорошее все было. Создан комитет по организации праздничного мероприятия. Будет разработан подробный план. Задача организаторов – рассказать юному поколению об активных сочинских комсомольцах и все лучшее привнести в сегодняшнее воспитание молодежи.